Багряный закат, из трубы валит дым, баня топится. Брат уже попарился и поехал домой с оказией. А багряный закат должен отражаться в окнах. Сейчас посмотрим. Потихоньку сходит вода, да, отражается в окнах. Как будто на втором этаже свет горит. Ходили, смотрели окна сдалека. У нас лучше всех смотрится. Ну, пока покажу сблизи. И в чем эта прелесть? В том, что там горит свет. И вот в такую погоду, в темноту, ну, тепло, можно работать. Классно. Сыну громаднейшее спасибо, брату громаднейшее спасибо, молодцы. Вот как заделали окна. Вот лентой и второе. А на третье не хватило немножко. И было у нас еще одно, то есть на одну сторону, на левую хватило, на правую наполовину. А... И тут каких-то буквально 3,24 метра изоленты надо. Ну, как есть, так есть. Надо чем-то думать. Потому что было синее, но она не подошла. Такая же широкая. Что-то не держалась. Вот еще проклеить. Ну, теперь двери просятся. И просится, конечно, выше. Будем балку подрезать в любом случае. Чувствую, будем подрезать. Так, ну, вроде бы все.